В Мелитополе горел частный гараж с боеприпасами. Спасатели, которые прибыли на место пожара, обнаружили целый арсенал. Мины, боевые снаряды и ящики с патронами. Пришлось эвакуировать жителей всех ближайших домов. О происшествии в репортаже наших корреспондентов. Звонок о пожаре в службу спасения поступил около 7 часов утра в субботу. Горел инструмент на участке, где располагался металлический гараж. На место прибыли две пожарные машины. Когда спасатели открыли гараж, оказалось, что он битком набит боеприпасами, патронами и баллонами с горючими веществами. Тут же стояли канистры с бензином. Там хаотическое хранение, будем говорить. Если в подвешенном состоянии минометные мины, если в углу стоят снаряды и разбросанные патроны, так что какого-то системы нет. Сотрудники МЧС сразу начали эвакуацию людей из ближайших домов и вызвали все спецслужбы города. Ведь из-за высокой температуры снаряды могли взорваться в любой момент. Пожар спасатели тушили около часа. Когда огонь погасили, к работе приступили сотрудники спецслужб. Они вынесли снаряды и патроны из гаража. Однако оказалось, что боеприпасы не представляют опасности. Это всего лишь муляжи. После детального рассмотрения все эти предметы оказались не взрывоопасными. Это все или корпуса, или муляжи артиллерийских снарядов, минометных мин, патронов разного калибра. Сейчас спасатели устанавливают причины возгорания. Идет следствие. А сотрудники милиции выясняют, откуда у хозяина гаража такой арсенал псевдоприпасов.